יהיה גטו, הייתי אותה פשוט. אוקיי, אז קודם כל רק בבקשה תגיד שם, שם משפחה ותפקיד או הגדרה שלך. На русском. Меня зовут Равид Гор, я лидер инициативной группы израильских антинацистов, людей, которым неравнодушно то, что происходит на Украине и на востоке Украины. Ну и в России, конечно, тоже. Насколько я понял, там снова начались беспорядки в стиле второго Майдана. Снова были кадры, когда избивают полицейских, вернее, милиционеров, поливают их слезоточивым газом, бьют палками. То, что мы уже видели в феврале. Ну, там целый винегрет, но по большому счету начиналось-то все с хорошей идеи, когда бедные студенты, обиженные люди вышли за хорошее дело, но дело в том, что достаточно небольшого процента маргинально настроенных групп, чтобы хорошо организованных групп, чтобы взять контроль над любыми процессами в обществе. Это то, что произошло. Хорошо подготовленные, не очень многочисленные, но хорошо организованные группы неонацистов, они взяли под контроль протестное движение, возглавили его, повели за собой и привели к достижению тех целей, которые были нужны именно крайним националистам, а не тем людям, которые первоначально вышли на Майдан. Ну, наиболее известный, это, конечно, «Свобода» и «Правый сектор», которые не совсем одно и то же, у них различаются немножко цели, и лидеры у них разной степени вменяемости. Но как мы видим, что правый сектор составил боевое крыло нынешней украинской власти, батальоны карателей, составленные в основном из активистов правого сектора, отличаются наибольшим зверством на востоке Украины. Партия «Свобода», видно, занимается другими делами, скорее терроризирует внутри страны своих граждан, не на танках и не на бронетранспортерах, а скорее, наверное, в Киеве и в других областях Украины. עד כמה זה באמת מסוכן מה שקורה שם? כי אנחנו למשל בארץ בכלל לא שמעו על מה שקורה באוקראינה, באירופה בקושי מדברים על זה, כמעט אנשים לא שמים לב למה שהולך שם מבחינה באירופה ובכלל. עד כמה באמת זה מסוכן? Сам факт, что это происходит в европейской стране, почти в центре Европы, это должно озаботить всех мировых лидеров и все мировое сообщество. Дело в том, что западные спонсоры украинского переворота, они хотели создать в соответствии с теорией Бжижинского, управляемый хаос. Но, как всегда, намерения были одни, а практика показывает, что они выпустили джина из бутылки, джина национализма, джина насилия, и они потеряли над ним всякий контроль. Сейчас, наверное, западные спонсоры всего этого переворота хотели бы загнать этого джина назад в бутылку, но, наверное, им это уже не удастся. האם הכוחות האוקראינים, כאילו הממשל האוקראיני, עושה מספיק, זאת אומרת, בשביל שהם לא יתפסו את הכוח? Я не думаю, что они делают достаточно. Дело в том, что если эти крайние националисты привели нынешнюю власть, то есть они привели их к власти, этих лидеров Порошенко, Тягнибока, Яценюка, Кличко, то насколько они теперь способны загнать этого джина обратно, угомонить их, заставить перейти от радикальных мер к более умеренным, мне кажется, что это фактически, у них нет никакой власти теперь над этими группами. Люди вкусили вкус крови, они увидели, их натренировали и показали, что если кричать «Слава Украине!», можно делать что угодно и можно получить любую индульгенцию любым преступлением. Им это показали, они это увидели, они это пережили, они почувствовали вкус крови, вкус безнаказанности. Как их теперь остановить? Я не вижу выхода. И есть, конечно, шанс, что на Украине найдутся настоящие патриоты, которые не на основе ненависти, а на основе каких-то других принципов построят свою политику, и они смогут возглавить другое крыло, более умеренное, более нормальное. Но вот я могу назвать только Тетяну Монтян, бывшего депутата Украинской Рады, сейчас она собирается баллотироваться на выборы, она наиболее вменяемая, мне кажется, из всех. Есть еще одна женщина, не помню, как ее называется, но это женщины, а где мужчины? אתה בתור מישהו עכשיו, כאילו, שאלה אחרונה, בתור מישהו יש לו קבוצה שבאמת, כאילו, מתעסקת בכל הנושא הזה של מניעת פשיזם,
איפה אתם עומדים? זאת אומרת, מה הפעילות שלכם, אם יש לכם בכלל פעילות בתחום? Мы постепенно развиваемся, с каждым днем к нам присоединяется больше людей. Если мы начинали с того, что мы делали исключительно сетевую активность, и у нас не было своих ресурсов, сейчас мы строим свои сетевые ресурсы, свои сайты, мы стали делать акции, то есть, ну, в сумме было проведено в Израиле наших акций, наверное, около 5, из них я в одной принимал участие, была моя первая 25 апреля, где я не был лидером и организатором, две акции, которые организовал я лично, плюс и другие группы, с которыми координировал свои действия, провели еще 2 или 3 акции возле украинского посольства. Акция, например, в памяти жертв событий в Одессе, акция 19, по-моему, августа была тоже еще одна. В тот день, когда наши оппоненты проводили марш мира, одна из наших групп наших коллег сделала акцию у украинского посольства. Мы собираем гуманитарную помощь, медицинскую, мы исключительно ту помощь, которая может спасать людей. Неважно каких, мы так полагаем, что наша помощь, которая туда отправляется, медицинская, она спасает жизни обычных граждан тоже. Мы собираемся расширяться, мы ищем сторонников, ищем поддержки. Есть люди, которые хотели бы нас поддерживать, но очень многие боятся публичности, очень многие боятся, я не знаю, почему не боятся, не нужно бояться, мы все-таки живем в правовом государстве. Большое вам спасибо тоже.